Ирина Бражник пошла по стопам отца, который борется с преступностью уже на протяжении 20 лет. Идея поступить в специализированный вуз МВД у хрупкой девушки появилась еще в школе. Как и многие, она смотрела фильмы о буднях сыщиков, читала детективы и мечтала оказаться на месте героев, которые ежедневно охраняют жизни и здоровье соотечественников. Ирина закончила Сибирский юридический институт. Девушка досконально изучила все правовые дисциплины, мастерски владеет огнестрельным оружием и приемами боевого самбо. Сразу после вуза пошла работать в управление по контролю за оборотом наркотиков. Ожидания совпали. Я ни разу не пожалела о том, что выбрала, хотя ответственность очень большая. Работаю я в профилактическом отделе, то есть занимаюсь непосредственно профилактикой преступления. Живые истории ребят воодушевили. Я пришла, потому что я активно занимаюсь саморазвитием. Я задумывалась о том, что, возможно, в будущем связать свою жизнь с органами управления. По словам полицейских, лучшие сотрудники органов МВД вырастают из тех юношей и девушек, которые проходят специальную подготовку в специализированных вузах министерства. Если 1-2 человек даже вот с такого количества придут к нам, это будет очень хорошо, потому что вот именно те сотрудники, которые заранее готовятся к службе в системе МВД, которые желают этой службы, у которых горят глаза, они настоящие, правильные сотрудники, на которых вся надежда. После общения с полицейскими для ребят организовали экскурсию. Студентов самарских вузов пригласили в музей областного главка, сотрудники которого собрали по крупицам всю историю региональной полиции. Анатолий Головко, Николай Сидоров, События.